Он включил в себя полностью факультет информационно-полиграфических технологий, направление подготовки журналистики с факультета славянской филологии и журналистики, а также к нам еще присоединились культурологи с философского факультета. Поэтому таким образом мы получили такой огромной медийной машиной, которая включает в себя, грубо говоря, части из двух структурных подразделений и трех факультетов. Это ресурсы, потому что теперь у нас появилась классная студия, в которой можно делать потрясающий контент, разные медиапроекты, так как там предоставляется очень крутая техника, то есть это различные камеры, свет, петлички. Также у нас есть замечательные преподаватели и сотрудники, которые помогают нам со всем этим учиться работать, как-то нас наставляют, направляют, помогают нам облечь наши суперклассные идеи во что-то более практичное и действительно здоровское уже на практике. А вообще нашей студией может пользоваться любой студент МИДа. В первую очередь это, конечно же, Media Station, которые постоянно там работают, просто умнички, они 24/7 там. Media Station вообще изначально позиционировались как пресс-служба нашего института, то есть они освещали какие-то мероприятия, проводили их сами, они верстали различные газеты не только на уровень института, но также и на уровень университета, также это были журналы, это были какие-то лонгриды ВКонтакте, это были освещения других мероприятий, но сейчас они задали планку выше, и теперь они не просто пресс-служба, они еще и такое, грубо говоря, творческое комьюнити, которое занимается также и съемками, к примеру, фильма про наш институт. Также у нас сейчас появилась отдельная пресс-служба института. Сколько мне известно, ее курирует наша студентка первого курса. Это, мне кажется, вообще просто огромное достижение. Помимо этих объединений, также у нас есть еще и организационная группа, которая курирует различные мероприятия. Туда тоже может войти любой желающий. У нас есть книжный клуб, его создала девочка, которая сейчас работает с нами в студсовете, на данный момент она на втором курсе, но захотела она создать вот это комьюнити еще на первом курсе. И теперь мы с периодичностью раз в месяц проводим встречи книжного клуба, ребята выбирают какую-то определенную книгу, обсуждают ее, либо же тематику. Также помимо простого обсуждения литературы проходят еще какие-то конкурсы, стимулирующие активность. На самом деле мы можем создавать здесь все что угодно, главное это желание студента прийти и что-то сделать, а с остальным мы поможем. Вообще, всегда для первого курса мы проводим ознакомительные встречи, потому что это безумно сложно, когда ты приходишь, здесь огромная масса всего, ты не понимаешь, куда идти, что делать. Но что можно рассказать из такого на данном этапе, чтобы вот дорогой первокурсник посмотрел и понял, что я хочу однозначно сюда? Я думаю, что самое главное для первокурсника – это, во-первых, прийти посмотреть все организации, деятельность всех организаций, то есть по возможности походить на какие-то встречи, активы, знакомства с первокурсниками. Это может быть и студсовет, это могут быть и российские студенческие отряды, это может быть и правком. И самое главное, после этих встреч, возможно, заниматься деятельностью в нескольких направлениях сразу, но потом выбрать для себя что-то ведущее. В качестве такой программы для привлечения абитуриентов и помощи им была школа стажерства в студсовете. Мы организовывали различные лекции от нас, от ребят, которые работают в студсовете КФУ, то есть немного выше нас. И мы рассказывали ребятам вообще, в чем специфика нашей работы, не только там в плане какого-то делопроизводства, но и какие-то человеческие факторы. На первом месте у меня стоит выезд болельщиков КФУ «Ультрас». Это не совсем мероприятие именно нашего института. Это движение, которое курирует студсовет КФУ, но мы активно принимаем в нем участие. И мне, например, оно очень нравится, потому что у наших ребят есть возможность получать приятные эмоции не только там, в стенах университета, но и выезжая за его пределы. То есть мы выезжаем в Евпаторию на большом классном автобусе, мы поем песни, мы болеем, кричим, у нас есть классный мерч. На втором месте у меня, наверное, вечер презентации. Это такая у нас прикольная тема есть традиционная, когда мы даем ребятам просто полный полет фантазии. Они могут сделать презентацию на любую тему того, что их интересует. Например, там, я не знаю, топ-10 книг, там, которые мне понравились, или там, почему мне нравится этот актер, или там, не знаю, сколько раз там за год я красила волосы, у нас девочка делала. И мы садимся тоже в такой ламповой атмосфере, это все обсуждаем, ребятам весело, смешно. Но на самом деле это несет еще и такой, грубо говоря, просветительский смысл, потому что ребята практикуются в создании презентаций. И на третьем месте у меня, наверное, ну, из таких вот неформальных мероприятий, которые мы делали, это посвят. Мы сделали его в октябре 2021 года. Это было круто, потому что мы делали его
не только нашим институтом, мы делали его совместно со студсоветом философского факультета Таврической академии. Это было очень классно, потому что это был не просто посвят в плане какая-то вечеринка, где все танцевали, там еще и были различные выступления классных групп. Мы туда позвали всех наших талантливых студентов, устроили арт-выставку работ наших студентов. В общем, это было что-то такое вот околонаучно-популярное, развлекательное, танцевальное. В основном данные мастер-классы проводятся на точке кипения. Точка кипения — это такое очень клевое пространство в корпусе Б на первом этаже. То есть мы заходим и буквально погружаемся в эту атмосферу. Там стоят мягкие пуфики, классный свет, различные гирлянды, большие телевизоры. Там можно просто провести время, например, если тебе нужно там сделать какие-то домашние задания. То есть это такая некая зона коворкинга. И также там проводятся различные мероприятия развлекательного и образовательного характера. В нашем случае, вот по поводу мастер-классов, там довольно проводятся часто мастер-классы по теме журналистики, издательского дела, творчества. То есть наша администрация приглашает каких-то ведущих спикеров. Например, недавно у нас были журналисты не только из там, стран СНГ, но и зарубежные. То есть к нам приезжали английские журналисты. А по поводу общежитий, да, это вопрос всегда очень острый, потому что у нас очень много ребят с материка, с разных частей Крыма, и это неудобно и дорого снимать жилье где-то отдельно, а общежитие — это самый практичный вариант. По этому вопросу обычно можно обращаться к нашей администрации, вот это 801 кабинет, корпус «Свечка», 8 этаж. И в основном первым курсом сейчас занимается студ-офис, поэтому я думаю, что у ребят проблем не будет. Если им будет нужно обратиться по этому вопросу, то они могут спокойно пойти в студ-офис, то есть есть группа ВКонтакте, у них там есть их данные. Вот. И также есть наша администрация, поэтому с этим проблем быть не должно. По поводу повышенных стипендий, также ребята курируются студ-офисом, но мы их активно консультируем по этому поводу. Нужно бояться, потому что, например, когда я пришла на первый курс, мне казалось, что это все очень страшно, непонятно, я никогда не пойму, как всем этим заниматься, и мне будет намного проще, если я просто буду ходить на пары и уходить домой. В этом тоже нет ничего плохого, это тоже абсолютно нормально, но если вдруг ты хочешь заниматься чем-то больше, чем просто учебой, тебя привлекает что-то связанное там с общественной деятельностью, с научной деятельностью, спортивной, что-то внеучебное, то не бойся пробовать, не бойся никогда учиться у других людей, ошибаться не стыдно. Самое главное — это просто твое желание, и не обесценивай свой рост.